последнее время я пристрастилась к легким супчикам. Мой муж по-прежнему требует наваристые борщи и солянки, но для меня они отошли на второй план. Покажу, как приготовить грибной суп без зажарки. В этом рецепте все элементарно, все ингредиенты нужно нарезать и добавить в бульон в определенном порядке, но нужно не переварить овощи, иначе получится нечто кашеобразное, а вот грибы наоборот могут не доготовиться. Кстати, используйте любые замороженные или свежие грибы, все будут хороши, особенно прекрасно сюда подходят боровики и лисички, которыми сейчас полны леса. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Вскипятите 3 литра воды, нарежьте крупно очищенные и промытые грибы и добавьте их в воду, посолив и поперчив, варите в течение 20 минут. Почистите и помойте лук и морковь, луковицу измельчите ножом, морковь натрите на терке. Картофель помойте, почистите и нарежьте брусочками или кубиками, добавьте его в бульон к грибам и варите 8 минут. После этого вкиньте в суп лук и морковь, готовьте на среднем огне еще около 20 минут, за 15 минут до готовности добавьте лавровый лист и подсолите суп, не забудьте вытащить лавр и подавайте суп горячим. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Грибы лесные, 500 грамм, картофель, 600 грамм, морковь, 150 грамм, репчатый лук, 150 грамм, лавровый лист, 2 штуки, соль, по вкусу, черный молотый перец, по вкусу, вода, 3 литра, количество порций, 6. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Жду вас снова.